выступавший с этой трибуны Дмитрий Викторович Свиридов сказал о добрых традициях нашего регионального парламента. Я горд тем, что 20 лет был в его составе, и, конечно, об этих традициях знаю не понаслышке. Я сейчас хочу поблагодарить Дмитрия Викторовича, моего сменщика, за то, что эти сложные 4 года он очень надежно держал в своих руках штурвал законодательного собрания. Я думаю, что бывших председателей не бывает. Бывает просто председатель и действующий председатель. Поэтому уверен, что Дмитрий Викторович найдет здесь себе достойное место и по-прежнему будет одним из лидеров нашего депутатского состава. Сейчас предлагаю поблагодарить его за работу аплодисментами. Я лично поздравляю Алексея Игоревича и уверен, что он возьмет с собой в будущее все лучшее, что у нас есть. Спасибо. Пока, Алексей Игоревич, проходите, пока он идет, я скажу, что хотел бы поблагодарить вас за организованную работу, чтобы вот этот импульс нашего такого организованного этапа собрания продолжался бы все 5 лет. А я...